Здравствуйте, подписчики моего канала Варка Лайф. Мы сейчас находимся на пересечении улицы Пролетарской и Ленина. По всему городу вот таких траншей нарыли, нарезали. Теперь смотрите, как машины преодолевают. Вот так вот. Представляете, это уже больше месяца, наверное. Вот так вот они. Автолюбители мучаются. У нас, как всегда, наверное, думали, зима придет, снегом засыпет. А как-то по-другому все вышло. Вот такие шлепки идут. Для чего это сделали? Чтобы мы мучились, водители. И так, как я ранее сказал, по всему городу вот такие вот сделали траншейки маленькие, где пешеходный переход. А водители теперь подвеску убивают на них. Вот. О, заглохла девушка. Не спеши. Слава Богу. Давай, 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 потихонечку, потихонечку, потихонечку. Опа. Вот так вот. Кому должны быть спасибо сказать за эту нарезку асфальта? Итак, еще раз напоминаю, самая оживленная точка у нас в городе — это пересечение улиц Ленина и Пролетарской, потому что здесь находится центральная районная больница, Бургас. Вот видите как. Асфальт хороший положили. Теперь видите, водичка там. Будет зимой. И сейчас зима уже наступила. Я имею в виду ночью заморозки. И асфальт потихонечку будет разрушаться. Хоть пропустили пешеходы, слава Богу. Вот так вот. Гробим подвеску. Хорошо, что не вырыли противотанковую рубку. Спасибо. Подписывайтесь на мою группу Кирилл Лайф.